Ты мое единственное земное сокровище. Луи, ты смотришь на меня, но ты меня не слышишь. Зато я вижу тебя. Господи, как ты прекрасна сегодня. Бог мой, да о моей ли красоте речь? Домогаров. Да. Саша. Успех зрительский был огромный. Сашка стал звездой. Прям такой серьезный. Он очень много работал над этим фильмом. Я очень рад, что он прям вот все, что он сделал, что он вложил тогда. Потому что он тренировался как безумный. Он учился ездить на лошади, он фехтовал. Он работал без каскадеров. Это нагрузки, которые непрофессиональный спортсмен вообще вынести не может. Он почти терял сознание на площадке из-за этого. Там ужас какой-то. И он через все, он так это хотел. И я очень рад, что он все за это получил.